Ну что-то как-то везде бьюсь головой. А здесь что, люк, что ли, запасной? Наверное. О, что, здесь какой-то огромный такой коридор. Здесь вообще такое пространство кажется большое, потому что дверей нет, да? О, какой коридор. Так, большой зал. Просто здесь туалет какой-то не такой большой. Да. Зал здесь большой. Ой, какие у стола интересные ножки. Вау, нифига себе. Как будто под столом сидит какое-то страшилище. Фу. Вот, можно сказать, два зала. Гостиные, извините, гостиные. Ну, не знаю, это, конечно, любители. С лестники спускаешься, тут раз, и уже кто-то сидит. Так, ну, пойдем наверх. А, здесь тоже две маленькие комнатки. Люстра детская прикольная. Но эти комнаты еще ничего. У нас была такая кровать. А, ну да. Вот здесь свет не работает. Ага. Здесь тоже туалет с душем. Ну так ничего. Здесь не такой большой шкаф, но этого хватает. Тоже можно здесь спрятаться, играть. Да? Я уже замучилась тут ходить везде. Здесь, кстати, лестница лучше. Она почему-то не скрипит. Вот дерево лучше. Вот спускаешься, здесь сразу зал. Сколько места впустую потрачено.